Что-то играю и не заметил, когда прошла вторая глава. Здесь главы никак не отделяются. То есть идешь и... Я это прочитал, что внизу где-то появляется, что следующая глава, я этого не видел. И сейчас вот уже третья глава, хотя я совсем чуть-чуть от метро прошел. И первая-то глава долго была, вот это вот все начало. А вторая глава один раз сохранился, вроде вторая глава, а на следующий раз сохранился и уже смотрю, блин, уже третья глава. Причем уже даже, по-моему, была сохранена третья глава, то есть вторая глава я что-то не очень понял. То ли она супер маленькая. Таким образом, уже третья глава, их вроде всего 15. И получается, что игра, конечно, скорее всего, не такая длинная, как первая часть. Потому что в первой части там сколько, 12, что ли, глав. Да там каждую главу, блин, по часу нужно проходить. Задолбаешься, а тут как-то пробежал и все. Блять, сделали каких-то монстров маленьких. Они не страшные, но их много. Это мне напомнило из первой части, там были такие. Типа как ладошка отрубленная, и она так хэм-хэм-хэм-хэм прыгала. Даже не знаю, на улитку что ли похоже. Их много-много всегда было. И причем каждый, если до тебя добирался, он к тебе приставал. И немножко отбирал жизни. Блин, я не хотел сюда лезть. Естественно, не смогли забыть свой трюк с невесомостью. В принципе, прикольная вещь. Здесь, правда, сделали по-другому. Здесь можно летать. Там нужно было прыгать по этим разным уровням, а тут вот можно полетать. Это, в общем, на самом деле приятнее, чем прыгать. Потому что когда там мир переворачивался, это, конечно, прикольно било по мозгам. Вот люди, они даже оставили эти мини-игры вот с втаскиванием вот этих вот хуйнюшек. Пипец, вообще, геймплей, ну не знаю, 99,99 тысячных, блин. Из первой части ничего не придумали серьезно нового. По мелочи кое-что было, но уж слишком по мелочи. Сделали бы, не знаю, полу РПГ что ли, прокачку какую-нибудь, или дали бы возможность на тачках покататься, хотя здесь в основном коридорный шутер, особо кататься негде. Да я думаю, даже если бы сделали, у тачек будет стрёмная графика тут. Ага, вот они, вот эти вот маленькие хуйнюшки. Сука. Твари, блядь. Ах, сука, сколько их мразей, блядь. Ну и все, пизда. Что-то места здесь очень сильно похожие. Вот в первой главе или во второй вот было такое же ровно место, очень сильно. Единственное, что сейчас его свечками украсили, ритуальная такая всякая символика.